действительно изменение в потреблении информации приводит к тому, что мы переживаем, по сути дела, разделение не только мира на богатых и бедных, но мир на умных и глупых. Кроме этого, мы наблюдаем изменения в структуре социального взаимодействия. Отсутствие вертикальных систем управления и в социальности, где есть верх и низ, переход к горизонтальному обществу ведет к тому, что мы теряем навыки и возможности биологические к обучению и хуже учимся. От этого страдает образовательный процесс. Третья вещь, которую нужно понимать, что изменения в коммуникациях приводят к цифровому аутизму, приводят к снижению эмоционального интеллекта, приводят к увеличению цифровой зависимости.